Несмотря на промозглую погоду, эти гражданские активисты снимают с себя верхнюю одежду. Под куртками и свитерами футболки с портретом оппозиционного политика Владимира Козлова. Владимир был осужден казахстанскими властями на 7 лет тюрьмы по делу о массовых беспорядках в Жанаузене. Соратники пришли просить министра внутренних дел перевести зэка Козлова в колонию по месту жительства в Алматы. На то есть свои причины. Что в настоящее время супруга Владимира Козлова находится в положении, в январе месяце она станет мамой, ей будет очень тяжело ездить в Петропавловск, в наших краях суровые морозы, в прошлом году было до 40-45 градусов, поэтому рисковать здоровьем ребенка ей ни в коем случае нельзя. Сразу после обращения к министру следует поход в Комитет уголовно-исполнительной системы. Здесь активисты передали аналогичное письмо-обращение, но уже на имя председателя комитета Бауржана Бердалина. А это уже визит гражданских активистов в посольство Испании, куда они пришли вручить письмо консулу Испании с подписями граждан с разных концов мира. За Александра Павлова, бывшего начальника охраны Мухтара Аблязова, вступились жители Казахстана, России, Украины, Польши и Великобритании. Ему, естественно, здесь грозят пытки, и под пытками он напишет все, что угодно сегодняшней власти. 38-летний Александр Павлов руководил службой охраны бывшего главы БТА-банка Мухтара Аблязова. Сейчас он в испанской тюрьме. В марте прошлого года секьюрити обвинили в организации к подготовке теракта в Алматы. Международные правозащитные организации ответственно заявляют, что дело о теракте «Фантоме» сфабриковано.